Завтра в здравоохранении Чувашии сразу две значимые даты. 85-летие первой Чебоксарской городской больницы и 55-летие Чебоксарского медицинского колледжа. Стоит ли говорить, какую роль в лечебном процессе играют оба этих учреждения? Взять хотя бы отделение реабилитации больницы имени Осипова. Все его медсестры в разное время получили образование в медколледже. Ирина Беспалова – выпускница Чебоксарского медучилища и медсестра кабинета физиотерапии. Работает в больнице имени Осипова 25 лет, а в профессии уже 33 года и ни разу не пожалела о своем выборе. Тетя работала медсестрой в районной больнице, в хирургическом отделении. И глядя на нее, мне тоже хотелось быть продолжателем этой профессии. С первого раза я поступила в 1983 году на санитарно-фельдшерское отделение, где проучилась 3 года. Потом по распределению была направлена в район, но на государственной практике в Чебоксарах меня сразу оставили при больнице. Работы у медперсонала много. Отделение реабилитации обслуживает не только пациентов по месту жительства, но и принимает на восстановительное лечение больных после инсультов, инфарктов, различных травм. За прошлый год в общей сложности сделано около 85 тысяч процедур. В смену 120 посещений, не меньше. Мы занимаемся реабилитацией, а в реабилитации у нас именно включает мультидисциплинарная бригада. В мультидисциплинарной бригаде это у нас входит вот, координатор у нас врач-невролог, также у нас врач по лечебной физкультуре с инструктором ЛФК, врач-физиотерапевт, психолог, логопед, врач-рефлексотерапевт. Естественно, у нас еще участвуют медсестры. Медсестры по массажу. Еще одна составляющая процесса реабилитации – внимательное и доброжелательное отношение медперсонала к больным. Здесь лечат не только лазером, парафином и магнитом, но и словом и улыбкой. Ирина Алексеевна, она, наверное, тот самый добродушный человек. Всех она знает, даже, мне кажется, уже в лицо все узнает, потому что уже, ну я уже здесь живу лет 25, наверное, в этом районе. Хожу в эту больницу, очень нравится. Ну там у них уже, конечно, все старинно, а здесь как-то все по-модному. Очень комфортно, красиво, все так чисто. Придешь, они прям такие вежливые все. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика.